Югорские врачи помогли Вале Жулиной из Нефтеюганска выйти из комы. Историю спасения рассказал в своем инстаграме директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Он навестил пациентку в детском отделении ОКБ Ханты-Мансийска. Здесь она проходит курс реабилитации после операции в нейрохирургическом центре. Валя Жулина – одна из самых пострадавших в ДТП 2016 года. Тогда, напомню, в аварию попали юные акробаты из Нефтеюганска. Валя получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенок оставался в глубокой коме, и многие врачи, цитата, «печально качали головами». Тогда было решено забрать ребенка в травматологический центр Сургута. Здесь очень быстро нашли причину продолжающейся комы, выполнили деликатную операцию, появились движения в руках. Через 2 года стало появляться сознание. После нескольких лет реабилитации девочка ходит, катается на велосипеде, читает книги.